Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент ПК вам покажет очень классный и очень улетный баг на карте Battle Force в режиме зомби-выживания. Ну что ж, для него нам необходимо подняться на крышу, после этого мы, ребята, должны встать вот в это место, где стал мой подписчик. Дальше мы, ребята, становимся на край этой стены и просто бежим по прямой. И мы, ребята, о чудо, попадаем в текстуры. Как вы видите, мой подписчик уже одной ногой в текстуре. Дальше ждем. Он, ребята, проваливается. И, внимание, он, ребята, попадает на самый нижний этаж. Да, такой своеродный лифт. И где-то тут находится мой подписчик. Да, и только что я увидел его оружие. То есть, как вы видите, баг работает. Как по мне, это очень классно. И данный баг заслужит вашего лайка. Поэтому, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Поделитесь данным багом с вашими друзьями. Мне будет очень-очень приятно. И знаете, что самое-самое главное? Что он может по мне стрелять, и он может меня убить. То есть, грубо говоря, если он станет внутрь текстур, я его заразить не могу, но в то же время он по мне стрелять может. И как по мне, ребята, это просто великолепный баг. Я думаю, что надо поставить лайк. И давайте в окончании данного видео я попробую его заразить. Возможно ли это вообще или нет? А ну-ка. Так, давайте подойду к нему в упор. Один момент. И заразить, ребята, у меня все-таки вышло. Ну что ж, мне будет очень приятно, если поставите лайк, подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кент, всем удачи и всем пока.